Свыше 2000 полицейских, курсантов Волгоградской академии МВД России, а также сотрудников управления Росгвардии, представители общественности обеспечивали общественный порядок и безопасность граждан в период проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня России в центральном районе города Волгограда. В местах проведения массовых мероприятий были установлены металлодетекторы. Службу несли кинологи со служебными собаками, а безопасность на дорогах региона обеспечивали сотрудники ГИБДД, выявляя водителей, севших за руль автотранспорта в нетрезвом состоянии. Всего на территории региона проведено 86 массовых мероприятий, в которых приняли участие свыше 60 тысяч человек. Наиболее массовые мероприятия по традиции прошли в областном центре. Нарушение общественного порядка не допущено. В Городищенском районе в ходе несения службы инспекторы ДПС на стационарном посту остановили рейсовый автобус, следовавший из Астрахани в город Москву. В ходе осмотра автобуса в багажном отделении сотрудники полиции обнаружили и изъяли несколько туш рыбы осетровых видов. Водитель автобуса пояснил, что рыбную продукцию, добытую заведомо преступным путем, он вез в столицу. Изъятая продукция направлена на исследование. До 10 лет лишения свободы грозит 30-летнему жителю Краснооктябрьского района. В ходе распития спиртных напитков в квартире своей 28-летней знакомой нанес женщине ножевое ранение в грудь. Причиной стал рядовой бытовой конфликт. Потерпевшая госпитализирована, в отношении подозреваемого, совершившего тяжкое преступление, возбуждено уголовное дело. В Калачевском районе полицейские задержали подозреваемых в угоне отечественного ВАЗа. Поздним вечером трое неизвестных, применив насилие в отношении 18-летнего владельца автомашины, совершили ее угон. Потерпевший незамедлительно сообщил о случившемся в полицию и по горячим следам в ходе введенного плана перехват. За совершенное преступление были задержаны трое ранее неоднократно судимых жителей города Волгограда. Автомашина в исправном состоянии возвращена владельцу, а в отношении подозреваемых возбуждено очередное уголовное дело.